бодр стал бы. Кондай! Второй. Третий. Зафиксировать фамилии. Массовый финиш. Тонконога, четвертая группа. Первый, четвертая группа. А Ченка-то? Вот. Ой. Thank you.
Это наш лагерь. А цель наших детей, во-первых, научить жить на природе хотя бы частично, насколько это возможно в наших силах и с нашей природой. Я так буду одновременно кушать, чтобы сэкономить время. С другой стороны, чтобы они научились не только жить на природе, но и научились немножко с ней обращаться. Потому что можно эту природу завалить пакетами от чипсов, там, от вафель, бутылками пластиковыми и так далее. И от природы останутся только горы посуды и консервных банок, как принято у нас. Вроде бы мы с этой частью работы тоже справились. Туристские навыки тоже, хотя бы расставить палатку, потом уметь ее просушить после дождя и внутренности, тоже пригодится в жизни. Вдруг кому-то доведется участвовать в чем-нибудь эдаком. Ну и самое главное, итог, это провести нормальные сборы по Кюкушинкай. И участвовать полноценно в них всем коллективом, чтобы они могли себя почувствовать не разрозненными группами, там, группа Васи, группа Пети, группа инструктора там. Такого-то, Иванова, чтобы это была одна команда, Одесская школа Кюкушинкай, которая является, скажем так, составной ячейкой мирового сообщества изучающих, стоящих на пути абсолютной истины. Вот, в принципе, это и есть основа именно того, что мы делаем. Лагерь это традиционный и в порядке для одесситов, это уже пятый лагерь. И в мире мировая практика развития Кюкушинкай проходит обязательно через летние Будда-лагеря. Экзаменами. Да, летний экзамен это подведение итогов работы за сезон. То есть практически с сентября и вот по настоящий момент. Кто к чему пришел, кто что вынес, здесь он должен собраться и показать максимум, может быть даже больше того, на что он рассчитывает сам. Тогда это будет нормальная подача самого себя. Он должен, любой ученик, который у нас в школе изучает Кюкушинкай, должен подать себя экзаменатору. Потому что мы все-таки люди, и момент того, как выглядит на экзамене человек, который, может быть, даже на тренировку, где-то он сочканул, где-то он завелся, но на экзамене смог собраться и проявить себя с лучшей стороны, установить личный рекорд, вот это и будет показатель того, что человек может быстро собираться и выходить на рабочие режимы. Это основная задача боевых искусств. Всегда уметь собраться в нужный момент. Ирочка, вы первый раз? Нет, я уже тренируюсь год. В лагере? В лагере, да, в первый раз. Первый на летних сборах, да, первый раз. Ну и как, нравится? Да, нравится. Родители приезжают? Да. Ну, не каждый день, но приезжают. Ну и каков результат? Нормальный, нравится заниматься, буду дальше заниматься. И на какой пояс будешь сдавать? На шестой. Это на желтый. На желтый. Нравится, хочу дальше заниматься, чтобы, может быть, тренером быть. Спасибо тебе, что ребенок находится в лагере. Находится в лагере. Вот вы не боитесь, что вот он будет оторван от семьи, здесь что-то с ним приключится? Нет, конечно, не боюсь. Очень так хорошо организовано, все нормально. Доверяем людям. И сын, во-первых, набирается здоровья. Ну, вот ваш ребенок занимается единоборствами, многие боятся, ну, что это опасно для здоровья, опасно для окружающих. Мы занимаемся очень много лет, я не думаю, что это... Не то, что не думаю, я просто в этом уверена, но сын очень много болел лет с маленьких, он занимается с маленьких. Это здоровье, это сила, спорт, я не знаю, и фигура, и плечи, ну вообще, ну, я не могу даже так быстро все это сказать, но это очень хорошо. Ну, вот здесь среди это ребят здоровье. Среди ребят очень много девочек. Как вы считаете, стоит ли девочкам заниматься единоборствами? Программу кондиции,
которая у нас с изменениями нормативов прислана международной организацией Кёкушинкай карате, была достаточно расширена в сравнении с предыдущими требованиями. И сейчас вы попробуете частично новую программу. Мы, к сожалению, не можем ее полностью сейчас дать вам. Не имеем морального права, потому что слишком было мало времени для подготовки в полном объеме этой программы. Но с 1 января 1998 года известные вам нормативы по всем вышеперечисленным номинациям, то есть кондиция, техника и бои, будут проходить уже по новой программе.
Не надо, потом. Бывают только тех, кто по какой-либо причине не смог выйти на следующую ступень, только подтвердил предыдущую, которую он уже имел. Тех, кого я не назову, потому что их большинство, вышли на следующую ступень и, соответственно, получают следующую степень Q или же следующий пояс. Агата? Yes. Так, внимание. Среди группы оранжевых поясов не сдали Кош младший, Цвибак, Голонзовский. Среди Шаляпин. 4 человека. Среди группы, сдававших на синие пояса, сдали все. На желтые пояса не сдали Грищенко, Хилок. На зеленый пояс не сдали Бородин и Пати. Бородин имеет право сдавать в августе месяце. Я хочу поздравить всех участников сборов. Я хочу поблагодарить тех, кто помог подготовить эти сборы и провести их. В этом большая заслуга, скажем так, руководителей центра, кто у нас работает, коммерческая структура, которая работает с нашим центром. Родители, которые помогали в подготовке, в организации сборов. Благодарю участников сборов за то мужество, смелость, силу духа и волю, проявленную на сборах. Спасибо. Вас.